Першакурсники специализованного лицея при Университете громадянской обороны МНС Республики Беларусь сегодня официально уступили у рады юных вратовальников. Во урочистой обстановке они принесли клятву. Сведками этого были их старейшие товарищи, педагоги, батьки и керавництво Министерства по надзвичайных ситуациях. Все лето дружную и сгуртованную семью лицея пополнили 60 хлопчиков. Для них начинается новый этап у житті. Особливый навучальный режим наближены до армии. Подчас святочного церемониалу першакурсники пообещали быть отказными и добросумленными, высоко нести гонор лицеиста, любить свою родиму. Хочется, чтобы в те минуты службы, когда было тяжело, когда сжимало сердце, они вспомнили вот этот день, вспомнили свои ощущения, когда они давали эту клятву перед руководителями, перед офицерами, перед лицом своих товарищей. И ощущение той торжественности, которая была сегодня, оно возвращалось к ним и давало им силы. Традиционно принесение клятвы проходит перед початком осенних каникулов. И завсёды на этой урочистой подеи присутничает министр по надзвичайных ситуациях Республики Беларусь. Владимир Ващенко. Магчыма, не все сегодняшние лицеисты у будущем станут супрацовниками подразделения МНС. Нехто пополнит ряды інших силовых структур, альбо знойдзе сябе у громадянских профессиях. Але з ими назавжды застануцца атрыманыя веды и умені, а так само пачуццё абавязку и патриотизму. В лицее созданы все условия сегодня и для учебы, и для занятия спортом, раскрытия всех талантов, и мы видим их успехи. И, конечно же, сегодняшнее мероприятие останется в их памяти. И самое главное, что это будут верные и защитники Отечества, патриоты нашей страны. И мы в этом убеждаемся, так как многие из них уже вступили в ряды и МЧС, и других силовых структур, и работают в целом на предприятиях, организациях нашей страны и показывают хорошие результаты. Министр по надзвичайных ситуациях Республики Беларусь Владимир Ващенко так само принял удел во урочистым открытии веровочного городка. Это шматфункциональная тренировочная пляцовка, якая уявляет собой разные этапы проходжания выпробований. Веровочный городок призначены для развития физичных навыков навученцев специализованного лицея при Университете громадянской обороны МНС Республики Беларусь. Ён содзейнічае отпрацоўцы спрыту, хуткай рэакцыі, трываласці юных вратавальнікаў.